сын. Ну, скорого сына у меня были, поэтому надо показать. А вот здесь мы, понятно, видим уже установившуюся традицию нама 2020. Это ясень. Я могу забыть фирму, которая сделала мой любимый кабинет. Orange AD30 Twin Channel. По усилителям Orange я, правда, не сильно знаю. Я знаю, что мой кабинет 2x2, который 2x12 в смысле, очень-очень-очень хороший. Сейчас тут они сильно ярко, не надо плавить яркость. Custom Shop 50, чисто усилки такие. Orange тоже были пионерами когда-то этого всего дела. Омбик. Акулий плавник. Это значит злость, наверное. Даже не знаю, вот честно, я не знаю, что это, ну, панч, понятно, это панч, это громкость, это гейн, раз панч, панч это удар, басы, низы или наоборот, середина, середина, верха,
верхи, низы. А это, не знаю. Ну это чисто прикол такой Оранжа. Всегда был. Это, наверное, басовое, да? Кстати, весь нам ходит с их сумками. Их привезли, наверное, вагон. Вот. Все ходят с сумками Оранж. И я себе даже одну взял. Это акустические сумки, я так понимаю. Это Russia Acoustic. Стена Оранж. Я уверен, что это просто кабинеты без этих. Микротеррор. Вот. Я, кстати, хочу попробовать микротеррор. 20 год, 20 ватт в смысле. То есть в натуре будет террор, а так вот он вообще ничего не весит. Не знаю, насчет стоит или нет. В смысле, что он ничего не стоит. Но одна есть там лампа. 20 ватт максимально. Ну то есть 20 ватт с такого, и он меньше, чем камера, с которой я его снимаю. Интересно. Я раньше думал, что они чуть больше. Я знаю. Маленькие были. Вот те. Вот те. Вот. Ну те я знаю. Вот. Террор там и так далее. Двойной террор. Это вот именно как ланчбаксы. То есть они нормального размера. Ну маленькие. Но... А это ж прям вообще дебошня. То есть, ну вот моя маленькая рука его почти закрывает полностью. Краш 12, краш 20, да. Это маленькие усилки. Скорее всего, не ламповые. Тут еще там комбики. Краш Pro. OR 15. Rockover 50 Mark 3. А200 200B К3. Это басовые, что по кабинету Оранж террор. То есть у них террор есть и бас, и мини, и какой-то. Вот это басовые Оранж.